привет! Сегодня буду вязать такие тапочки-слитки. Для тапочек я использовала пряжу акрил 100% 300 метров на 100 грамм и спицы номер 3,5. Тапочки начинаем вязать с нижней части платочной вязкой. Дальше вяжем мысок платочной вязкой и узором. Потом вяжем верхнюю часть тапочек резинкой 1 на 1. И в конце вяжем подошву и задник тапочек тоже платочной вязкой. Тапочки у меня связаны на 37-38 размер. Набрала на спице 85 петель. И приступаем к вязанию нижней части тапочек. И первые 14 рядов вяжем платочной вязкой. Лицевые и изнаночные ряды провязываем лицевыми петлями. Вяжем первый ряд. Первая петля кромочная и до конца ряда вяжем лицевыми петлями. Так провязываем 14 рядов. Провязала первые 14 рядов. Следующих 4 ряда буду вязать голубой ниткой. Крепим голубую нитку. И вяжем 4 ряда платочной вязкой, голубой ниткой. Вяжем 15 ряд. Первая петля кромочная и до конца ряда вяжем лицевыми петлями. Так провязываем 4 ряда. Провязала 18 рядов нижней части тапочек. Дальше в следующем ряду приступим к вязанию мыска. Для начала провязываем голубой ниткой первые 35 петель. Первые 35 петель. Первая петля кромочная и 34 петли провязываем лицевыми петлями. Вяжем до центральных 15 петель. Провязала первые 35 петель, дальше на центральных 15 петлях вяжем мысок. Первые 12 рядов будем вязать голубой ниткой, платочной вязкой. Вяжем первый ряд. Первая петля кромочная, 13 петель лицевых. И 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Провязала первый ряд мыска. Разворачиваем и вяжем второй ряд. Первая петля кромочная, 13 петель лицевых. И 2 петли провязываем вместе лицевой петлей. Провязала второй ряд. Разворачиваем и вяжем третий ряд. Снова первая петля кромочная. 13 петель лицевых. И 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Разворачиваем и вяжем четвертый ряд. Первая петля кромочная, 13 петель лицевых. Две петли провязываем вместе лицевой петлей. Провязала четвертый ряд.
По такой схеме, как вязала предыдущих 4 ряда, вяжем еще 8 рядов. Лицевые ряды провязываем кромочной, 13 петель лицевых и 2 петли вместе изнаночной. Изнаночные ряды провязываем кромочной, 13 петель лицевых и 2 петли вместе лицевой петлей. Так вяжем еще 8 рядов. Провязала первые 12 рядов мыска. Следующих 24 ряда с 13 по 36 ряд буду вязать двухцветным узором. Следующих 4 ряда с 13 по 16 ряд будем вязать белой ниткой. Крепим белую нитку от второго клубка. Эту нитку, ту, которой вязали нижнюю часть, пока не обрезаем. Крепим белую нитку. Вяжем 13 ряд, первый ряд узора. Первая петля кромочная. И дальше 13 петель провязываем лицевыми петлями. И 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Провязала 13 ряд. 14 ряд, второй ряд узора вяжем так. Первая петля кромочная и 13 петель провязываем изнаночными петлями. И 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Провязала 14 ряд. 15 ряд, третий ряд узора вяжем так. Первая петля кромочная и дальше вяжем раппорт. Одна петля изнаночная. Дальше между первой и второй петлей вытягиваем петлю, один накид и первую петлю провязываем лицевой петлей. Провязали раппорт и снова. Одну петлю провязываем изнаночной. Между первой и второй петлей вытягиваем петлю, накид и провязываем первую петлю лицевой петлей. Провязали второй раз раппорт. И так продолжаем вязать еще 4 раза. Изнаночная. Вытягиваем петлю, накид и одна петля лицевая. Провязали 6 раз раппорт, 1 петля изнаночная и 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Провязала 15 ряд, третий ряд узора. Разворачиваем, вяжем 16 ряд, 4 ряд узора. Первая петля кромочная и дальше вяжем раппорт. 1 петля лицевая. И 3 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Провязала раппорт и снова 1 петля лицевая. И 3 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Провязала второй раз раппорт. И так вяжем еще 4 ряда. Лицевая, 3 петли вместе изнаночной петлей. Провязала 6 раз раппорт и 1 петля лицевая и 2 петли провязываем вместе лицевой петлей. Провязала 16 ряд. Следующих 4 ряда с 17 по 20 ряд буду вязать так, как вязала предыдущих 4 ряда, повторяя схему с 13 по 16 ряд, но уже только голубой ниткой. Вяжем 17 ряд. Первая петля кромочная.
13 петель провязываем лицевыми петлями. И 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Разворачиваем и вяжем 18 ряд. 18 ряд, первая петля кромочная, 13 петель изнаночных. И 2 петли провязываем вместе лицевой петлей. Разворачиваем и вяжем 19 ряд. Первая петля кромочная и дальше вяжем раппорт. 1 петля изнаночная. Между первой и второй вытягиваем петлю, накид и первую петлю провязываем лицевой петлей. И так провязываем еще 5 раппортов. Лицевая, вытягиваем петлю, накид и провязываем лицевой. Провязала 6 раз раппорт узором, 1 петля изнаночная и 2 петли вместе изнаночной петлей. Провязала 19 ряд. Разворачиваем и вяжем 20 ряд. Первая петля кромочная и дальше вяжем раппорт. 1 петля лицевая и 3 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Провязали раппорт и так вяжем еще 5 раз. Провязала 6 раз раппорт, 1 петля лицевая и 2 петли провязываем вместе лицевой петлей. Провязала 20 ряд. Провязала 20 рядов мыска по такой схеме, как вязала предыдущие 8 рядов, повторяя схему с 13 по 20 ряд, вяжем еще 15 рядов. Провязала еще 15 рядов. Вместе у меня провязано 35 рядов мыска. Дальше будем вязать так. На левой спице у нас осталось 17 петель. Провязываем эти петли лицевыми петлями. До конца ряда вяжем лицевыми петлями. Голубой ниткой. Белую нитку мыска обрезаем. Разворачиваем и дальше вяжем так. Первая петля кромочная, 17 петель провязываем лицевыми петлями. Дальше центральные петли мыска провязываем узором, таким, как вязали мысок. Вяжем раппорт. 1 петля лицевая и 3 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Провязали раппорт и так провязываем еще 5 раз.
Провязала еще 5 раз раппорт. Дальше 1 петля лицевая, 2 петли провязываем вместе лицевой петлей. На левой спице осталось 17 петель, их до конца ряда вяжем лицевыми петлями. Провязала 36 рядов мыска. Вот такой мысок у меня получился. Дальше будем вязать верхнюю часть тапочек. Первые 10 рядов верхней части вяжем резинкой 1 на 1 белой ниткой. Первый ряд. Первая петля кромочная, дальше вяжем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И так вяжем до конца ряда. Второй ряд. Первая петля кромочная, дальше вяжем резинку. Одна петля изнаночная, одна лицевая. Изнаночная, лицевая. И так вяжем до конца ряда. Провязала 2 ряда резинкой, так вяжем еще 8 рядов. Провязала 10 рядов белой ниткой резинкой, белую нитку обрезаем, дальше тапочки до конца уже будем вязать только голубой ниткой. Следующих 2 ряда, 11 и 12 ряд, вяжем голубой ниткой резинкой 1 на 1. Первая петля кромочная и дальше вяжем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Так провязываем 2 ряда. Провязала 2 ряда голубой ниткой, дальше закрываем петли. Петли закрываем до последней петли. Последняя петля будет началом набора петель для подошвы и задника. Закрыла петли, у меня осталась 1 петля, верхняя часть тапочек готова. Дальше будем вязать подошву и задник. Для начала нам нужно набрать петли. Петли начинаем набирать с начальной петли, с вот этой, с этого края, вот так, по нижнему краю и к этому краю. Набираем петли. Набрала петли, у меня получилось 119 петель, дальше обрезаем эту нитку и дальше на лицевой стороне переносим первые 54 петли с левой спицы на правую непровязанными. Переносим до центральных 11 петель. Перенесла первые 54 петли на правую спицу. Дальше крепим голубую нитку. И приступаем к вязанию подошвы. Подошву будем вязать голубой ниткой платочной вязкой. На центральных 11 петлях вяжем подошву. Вяжем первый ряд. 10 петель провязываем лицевыми петлями.
И две петли провязываем вместе изнаночной петлей. Разворачиваем и вяжем второй ряд. Первая петля кромочная, 9 петель лицевых. И две петли провязываем вместе лицевой петлей. Провязала второй ряд. Разворачиваем, вяжем третий ряд. Первая петля кромочная, 9 петель лицевых. И две петли провязываем вместе изнаночной петлей. Разворачиваем и вяжем четвертый ряд. Первая петля кромочная, 9 петель лицевых. И две петли провязываем вместе лицевой петлей. Провязала 4 ряда подошвы по такой схеме, как вязала предыдущих 2 ряда, вяжем еще 62 ряда. Вяжем до тех пор, пока с обеих сторон останется по 21 петле и центральные 13 петель подошвы. Вместе 55 петель. Провязала еще 62 ряда. Вместе у меня провязано 66 рядов. Дальше вяжем 67 ряд. Первая петля кромочная. 8 петель лицевых. И 3 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Разворачиваем. И вяжем 68 ряд. Первая петля кромочная, 7 петель лицевых. И 3 петли провязываем вместе лицевой петлей. Шестьдесят девятый ряд. Первая петля кромочная. Шесть петель лицевых. И три петли провязываем вместе изнаночной петлей. Разворачиваем. Вяжем 70-й ряд. Первая петля кромочная. 5 петель лицевых. И 3 петли провязываем вместе лицевой петлей. Разворачиваем и вяжем 71 ряд. Первая петля кромочная. 4 петли лицевые. И 3 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Разворачиваем и вяжем 72 ряд. Первая петля кромочная, 3 петли лицевые. И 3 петли провязываем вместе лицевой петлей. Провязала 72 ряда подошвы. Такая подошва у меня получилась. На спицах у меня осталось с обеих сторон по 18 петель и центральные 5 петель подошвы. На этих центральных 5 петлях будем вязать задник. Вяжем первый ряд задника. Первая петля кромочная, 3 петли лицевые и 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Провязали первый ряд, разворачиваем и вяжем второй ряд. Первая петля кромочная, 3 петли лицевые и 2 петли провязываем вместе лицевой петлей. Провязали второй ряд. Провязала 2 ряда задника и по такой схеме продолжаем вязать до тех пор, пока на спицах не останется центральные 5 петель. Вяжем еще 34 ряда. Провязала задник. Вот такой задник у меня получился.
На спице у меня осталось 5 петель. Закрываем 5 петель, и наш тапочек готов.